в семье бывают какие-то действия, как обычно, происходит какое-то недоразумение, кто-то говорит, да, мама сказала то, а Иисус сказала то, а она выдает мнение. Отношения накаляются, и потом как все происходит. И все меняется. Здесь далее Шрила Махарадж объясняет, сколько тысяч и тысяч сражающихся находилось на поле Курукшетра во время Махабхараты. И эти солдаты, они погибли, и это, и кровь, она как река, нескончаемая река, она текла вот на этом поле Курукшетра. И солдаты, эти воины, которые погибли, у них остались жены, и они, эти жены не вдовы, и также их сыновья, и они остались совершенно без приюта и покровительства со стороны своих отцов. И Юдхиштхира Махарадж, он рассуждал об этом и очень печалился, что даже Дхармарадж, он был очень несчастлив от того, что из-за того, что эта причина произошла, что женщины остались вдовами, и что поколение их сыновей, которые без воспитания их сыновей обретут плохие качества и не получат хорошего воспитания. И это поколение будет очень несчастливое. В этом перед Махабхаратой Шри Кришна показал свою вселенскую форму. Арджуне он сказал: не беспокойся, посмотри, не думай, что вы убиваете. Вы просто являетесь посредниками. На самом деле они уже все убитые. И посмотри, и он показал ему вселенскую форму. И Шри Кришна, и Арджуна, он увидел эту страшную картину смерти. И Кришна для того, чтобы подтвердить и также ободрить, вдохновить Арджуна, который находился в сомнении, показал ему вселенскую форму. Хотя они находились вместе, Юдхиштхир и Кришна, Кришна часто находился в их доме, они имели дружеские отношения, Кришна пытался успокоить его, но Юдхиштхир Махарадж продолжал находиться в особом настроении печали. Он подумал, что вот это последнее сражение, когда Бхима убил Дурьодана, это был последний даршан Кришны. И все риши, которые также собрались, Шри Нарада риши, Вьясадев, Шука, Махарши, Деварши, очень многие пришли, чтобы последний раз увидеть Бхишму, Питама. Бхишма Питама, он с закрытыми глазами, он лежал и памятовал о Кришне. Юдхиштхир Махарадж, он предложил ему свои поклоны и обратился к нему. И он сказал: «Я предлагаю мои пранамы тебе», также Дропаде поклонилась. А в конце, когда Кришна предложил ему свои пранамы, он сказал: «Питама Бхишма», он сказал на санскрите: «Я предлагаю свои пранамы тебе». И когда Кришна сказал эти слова, Кришна сказал эти слова, это Бхишма Питама, он тотчас же открыл глаза и увидел Кришну перед своим взором, очень близко. И Бхишма Питама, он памятовал о Кришне, и он увидел его перед собой. Кришна сказал,
пожалуйста, наставь Юдхиштхира Махараджа, потому что какая причина она крылась в этой войне. Он очень опечален. И тогда Бхишма Питама сказал: Кришна, он является необычной личностью в форме посланника или же всадника, который ведет колесницу, или же в качестве друга. Вы считали, что он является вашим другом, и который является очень дорог вам? Бхишма Питама продолжала: Он в человеческой форме, он является Парамма. То, что произошло во время войны, это все прошло по желанию Кришны. И когда она закончилась, Пандавы, они испытывали особое состояние. Некоторые гордились, как Бхима. Бхима сказал: я убил очень много солдатов и воинов и так далее. И он сказал также, что желание Арджун, например, и Бхима, которые являлись очень могущественными воинами, и каждый из них где-то внутри себя считал, что если бы он не смог сделать столько, сколько он сделал, то война бы она была неуспешна. И поэтому каждый имел какое-то особое мнение насчет того, что произошло во время войны и какой вклад они внесли. Но на самом деле этот Бхишма Питама, он хотел подчеркнуть, что все на самом деле произошло по желанию Кришны. Сын Барбарик, который являлся в родственной связи с Бхимой, он также являлся свидетелем того, что происходило в этот момент. Этот Барбарик, он был очень могущественный. И он также стрелял и пускал стрелы. И когда он совершал это, Кришна сказал: кто ты? Он ответил: меня зовут... Почему ты пришел сюда? Кришна спросил его, этого Барбарика. Я здесь для того, чтобы помочь. Даже одной стрелой я могу пронзить очень многих и убить. Кришна сказал. Что же он сделал? Кришна взял один листочек. Он сказал: ты можешь пронзить листья всего этого дерева одной стрелой, как ты сказал. А Кришна, он незаметно взял один листочек и спрятал его между пальцами своей лотосной стопы, и он сразил все листья на дереве. Кришна сказал: еще один лист остался. Он сказал: где? Я не вижу. И Кришна показал этот листочек на своей стопе. И он далее сказал: если ты хочешь что-то сделать, ты должен свое сердце отдать мне. Барбарик сказал: я могу Кришна, Кришна, да, и Кришна таким образом, когда Кришна спросил этого Барбарика, почему, и он, являясь свидетелем, он сказал:
кто, что происходило во время Махабхараты. Почему? Потому что тогда Кришна, перед тем, когда он показал ему этот листочек на своей стопе, он сказал: ты знаешь, что все происходит по моему желанию, поэтому ты также должен будешь погибнуть. Но одновременно с этим ты станешь свидетелем всего того, что будет происходить во время Махабхараты. И вот сейчас он начал отвечать на вопросы, которые задавали ему пандавы. Бхишма Патамавидья, он хотел уверить Юдхиштхиру Махараджа, что на самом деле не было никакой причины, которую они считают, из-за чего завязалась эта война. Это единственное, это было желание Кришны. Бхишма Патамавидья, он обратился: от Юдхиштхир Махараджа, с того момента, как ты обрел могущество, ты не мог ничего терпеть того, что являлось оскорбительным. Драупади, она стояла и улыбалась, когда Бхишма Питама, он говорил, и он спросил: почему ты улыбаешься? Она ответила: вообще обычная женщина, когда находится в обществе мужчин, она не должна никогда смеяться и каким-то образом показывать свои чувства. И поэтому это было удивительно, почему Дропади, услышав слова «целомудренная женщина», она никогда не будет ничего говорить, смеяться и улыбаться без причины. И поэтому они спросили: почему ты улыбаешься? Она ответила: Питама, ты говоришь, что с тех пор, что тот, кто обладает могуществом, он не может никакого вида несправедливости терпеть. Но когда меня Дурьодана и его последователи хотели раздеть меня, ты находился там, ты же видел, что происходит, что они пытаются раздеть меня, но ты просто смотрел на эту сцену, на эту драму. А сейчас ты говоришь наставление, что никто не должен терпеть несправедливости, этой, которая является самым большим могуществом истинной личности. Почему же ты вел себя таким образом, когда я находилась в таком положении? Почему ты мог терпеть эту несправедливость? И тогда Бхишма Патама сказал, что если ты берешь пищу из рук врагов и употребляешь ее, то тогда твоя тенденция, умостроение меняется, ты также становишься. Из-за того, что я длительное время находился в общении с кауравами, и я принимал от них, поэтому мой ум, он осквернился, он стал беспокойным, и я не мог сфокусироваться. В читании Махапрабху сам обращается к Шри Рагунатха Дас Госвами, когда его отец посылал деньги Шри Рагунатха Дас Госвами. Шри Рагунатха Дас Госвами, отец говорил ему: ты должен принять эти деньги, чтобы поддерживать свое существование. И в течение нескольких раз он приглашал читание Махапрабху и готовил для него прасад. Но он понял потом, что читание Махапрабху, он несчастлив этим поведением Шри Рагунатха Дас Госвами, потому что читание Махапрабху считал, что если ты принимаешь деньги или пищу от того, кто является вишая, в случае с отцом Шри Рагунатха Дас Госвами, то тогда твой ум, он будет осквернен, и ты не сможешь совершать баджан Господу. Один саду, который шел однажды в деревне, он решил остаться на ночь, и он остался, спросил: я могу в храме остаться? Ему разрешили, да. Дали ему какое-то новое одеяло, и он остался. Когда он отдыхал ночью, он увидел: о, это одеяло такое хорошее, теплое. И он подумал: никого нет, я когда буду уходить, я заберу это одеяло с собою. И он взял его, и он быстро пошел. И когда он проходил, когда он начал справлять нужду, он подумал: я являюсь обманщиком, почему? Я поступил совершенно неправильно. Почему я
люди могут в этой деревне подумать, что какой же ты святой. И что на самом деле я не являюсь святым, а каким-то бандитом, вором на дороге. И он решил вернуться для того, чтобы вернуть одеяло. И люди, они уже готовы были побить его, но кто-то сказал, ну а почему же он вернулся? Давайте спросим его. Он совершил этот поступок, а затем он вернулся. И тогда этот святой сказал, последнюю ночь, когда я принял прасад, вы дали мне пищу, но кто мне дал ее? Спросил он. Они ответили, о, тот, кто дал ему прасад, пищу, он являлся вором. Из-за того, он крал, он занимался кражей денег. Из-за того, что я принял у него, я принимал от него зерновые, мой ум осквернился, и поэтому у меня появилось желание похитить это одеяло, но когда я справлял нужду, и это все, то, что я принимал, вышло из моего тела, я также очистился в этот момент и решил вернуть это одеяло. А поэтому те деньги, которые вы получаете, тот, кто зарабатывает деньги, и если вы принимаете напрямую от кого-то, какие-то то, что вам дают, рассогулы там или еще что-то, от тот-то яд, который находится в этой пище, он также осквернит ваш ум. Почему? Потому что деньги, они зарабатываются разным образом, совсем иногда неправильным. И когда на эти деньги также покупается пища, а потом вы принимаете эту пищу, и вы также в этот момент связываетесь с умонастроением этой личностью и оскверняетесь. Сейчас Пуджипат... Шридхар Махарадж сейчас объясняет, рассказывает эту историю, которая произошла с одним его духовным братом Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, который совершал бикшу. И когда он отдавал деньги Парам Гурудеву, он оставил для себя, он отдал, 5 рупий оставил. И тогда Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж сказал, ты отдал мне все деньги. Он сказал, нет, я оставил 5 рупий. Он сказал, дай мне. Он положил эти деньги в карман, а затем вернул ему и сказал, теперь эти деньги, они лишены яда, а сейчас этот яд исчез. И из-за этих 5 рупий вначале он не понял, почему Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж так строго спрашивает, чтобы он ему отдал эти деньги. Но когда он взял эти деньги, вернул и сказал, что сейчас эти деньги не имеют этого яда, ты не в состоянии переварить этот яд. Поэтому вы также слышали историю в Нандагане. Кто-то просил деньги, кто-то спрашивал деньги, дайте мне деньги. Дверь Баба, он начал стоять у двери закрытой, и он начал просить, дайте мне чапати, роти. И Баба, он открыл дверь, и он увидел, что, когда он открыл дверь, он увидел, что это собака. Собака говорила. И он начал объяснять, что я, когда получил деньги однажды на служение Хари Гуру и Вайшнавов, я их присвоил, и затем я в следующей жизни пришел как в образе собаки. Поэтому все, что приходит к вам от семейных людей, от местных жителей, от семейных людей, которые вам что-то предлагают, будьте очень осторожны, иначе вы можете отравиться этим ядом, не переварите этот яд, который скажется на вашей духовной практике. И потому Питама Пхишма, он сказал, что я принимал зерновые пищу из рук Дурьоданы, что сквернило мой ум, поэтому я не мог в этом собрать
собрании, когда случилось в Драупаде этот инцидент, я не смог отстоять, потому что мой ум был совершенно оскверненный. Но сейчас, когда я лежу на лоне стрел, и вот это и через кровь все это вышло, этот яд вышел из моего тела, теперь я говорю совершенную истину. Я реализовал, что является истиной. Здесь Бхишма Питама, он также совершенствовал стути Кришне. Вот в этой шлоке он обращается: «О Кришна, я ждал тебя до последнего для того, чтобы обрести твой божественный даршан, чтобы произнести твое имя и также памятовать о твоих лотосных стопах и в таком памятовании тебе оставить тело. Насколько ты милостлив, что ты ответил на мою молитву. Ты прибыл сюда, и я хотел бы что-то тебе дать. У меня на самом деле ничего нет с помощью ума, чтобы я мог дать тебе. Я лишь только хочу, например, у меня есть дочь, которая не замужем. Она очень квалифицирована. Если, например, дочь, которая имеет, отец, который всегда беспокоится, он думает о том, я должен выдать ее замуж очень быстро. Почему? Потому что это является очень много, но очень много женихов вокруг подходящих, которые могли бы, но он не может найти для своей дочери, и дни проходят, это пример. И затем Шри Кришна говорит: Бхишма Питама, ты являешься дева. Был дева врата, когда он принял обет брахмачарии всю свою жизнь из-за того, что у него это было желание стать брахмачарией, и он был брахмачарией всю свою жизнь. Поэтому Шри Кришна говорит: почему ты говоришь о своей дочери? У тебя никогда не было дочери. И тогда Бхишма Питама сказал: на самом деле мой ум, мой разум, он является то, что я имею в виду, дочь, а эти женихи, о которых я говорил, которые хотели бы воспользоваться тем, чтобы жениться на дочери, они являются... которые бессмертные, которые очень квалифицированы для моей дочери. А кто такие? И наконец-то я нашел квалифицированного жениха для моей дочери. Что имеется в виду? Наконец-то я нашел подходящую личность, бессмертную личность для моего ума и разума. Это ты, Кришна. Ты, пожалуйста, не считай, что моя дочь... Она пойдет в твой дом и будет иметь, что она будет... Это на самом деле это мой ум. Наконец-то мой ум очистил от всего материального. И теперь, как целомудренная женщина, моя дочь, она будет находиться в твоем доме и служить тебе. Я хочу отдать свой ум, свой разум твоим лотосным стопам. И таким образом, с этим единственным желанием, я хотел бы оставить этот мир. О Прабху, далее Бхишма Питама сказал: О Прабху, ты являешься единственным в 14 планетарных системах, начиная от Вайкунта, Айодхи, Матхура и так далее. Три Бхувана, это три вот эти локи, далее, и далее ниже, Сварга-лока, все небесные планеты, и далее планеты, адские планеты. Нет никого, кто является, кто превзойдет тебя во всех отношениях.
И та одежда — это одежда, которая покрывает твое божественное тело. Питамбар, который обнимает твои плечи, как на небе сияет молния, которая освещает грозовое небо. Она выглядит в этот момент так же, как Питамбар. Питамбар, он является той молнией, которая постоянно сверкает на этом цвете шьям, который олицетворяется с только что появившийся на небе грозовым облачком. И поэтому единственное мое желание, о Кришна, Виджая Сакхи означает Арджуна. Я хотел бы, чтобы мой ум был постоянно погружен также в размышления о тебе и о твоем друге Арджуне. Почему здесь Виджая Сакхи и так далее означает, почему, каково значение? То, что ты совершил для Арджуна, он поступил, насколько у тебя любви к своим преданным, Арджуна, он имеет все качества, которые всегда очень нравились тебе, и поэтому, ну, что ты сделал для своего чистого преданного? Ты стал возничим на его колеснице. Вы знаете, тот, кто является возничим на колеснице, он обычно тот, кто относится к самой низкой касте, но ты являешься повелителем Вселенной, тот, кто творит, поддерживает и разрушает это мироздание. Ты принял эту роль возничего для своего друга Кришны, который является преданным. А также... И казалось, что Арджун, он настолько удачлив, что он имеет такие отношения с Кришной. Но Бхишма Питама, он далее, являясь одним из махаджан, почему же он принял все-таки сторону демонов? Почему же он пришел на сторону Дурьодана? Почему не на стороне преданных? И поэтому кто-то может сказать, почему? Потому что, сражаясь на стороне Дурьодана, он мог постоянно видеть Кришну, потому что Кришна был возничим колесницы Арджуны, и поэтому он видел постоянно мог видеть Кришну. Если бы он находился на стороне Пандава, у него не было такой возможности. А с этой стороны он мог всегда видеть, как Кришна, сидя на колеснице, держит вожжи этих лошадей и правит этой колесницей. Это сам Кришна, который является хозяином вселенных, он держит вожжи и правит колесницей, а Арджуна, показывая ему направление своими ногами, стопами своих ног, он показывает его то направление, толкая спину Кришны, прикасаясь к нему. Что когда во время Махабхараты Кришна, он принял обет, что он не будет использовать никакое оружие, он не будет сражаться ни на одной, ни на другой стороне. Но что произошло? Я принял Кришна, он дал обет, но с помощью взгляда, милостивого взгляда, который Кришна может творить через творение этого мира, Бхишма Питама, он находясь Арджуна, когда произошло сражение между Арджуном и Бхишма Питама, Арджуна, он был почти сражен. И Кришна, он, видя это, он был не в состоянии был видеть того, что происходит. И Кришна подумал, он подумал,
Бхишма, он сейчас убьет Арджуна, и это... Я уже пообещал Кунти моей, что я сохраню всех пандавов, и что никто из них не погибнет. И тогда... И что же мне делать, Кришна подумал, в этой ситуации? Ведь я же дал обет, и казалось, это точно так же, как ну, когда, если кто-то... И Кришна, он спрыгнул с колесницы в этот момент. И он схватил это колесо этой колесницы, и он и начал двигаться в сторону Бхишмы Питама, и он приближался к нему для того, чтобы ударить его этим колесом. А что он сделал? Кришна бежал к нему навстречу, и в это время Бхишма Питама, он упал на землю. Почему он упал на землю в этот момент? И на самом деле он улыбнулся и сказал, обращаясь: «О, Прабху, каким же образом ты обет дал, что ты не будешь сражаться? Почему же колесо в твоей руке?» И когда он увидел это, для того, чтобы скрыть свою улыбку, когда он увидел Кришну, приближающегося к нему, и поэтому он упал на землю, чтобы скрыть свое лицо. О, и также далее... Просто с помощью одного взгляда, с которым Кришна, он может сотворить это мироздание, поддерживать и разрушить его. Кришна в этот момент, когда с колесом направлялся в сторону Бхишмы Питама, все как бы дрожало, все пришло в движение, и все дрожало. Баладев Прабху, находясь рядом, Он в этот момент как бы обнял землю для того, чтобы она могла сдержать это движение, которое начало подобно землетрясению происходить. В этот момент Кришна, он начал преследовать Бхишма Питама, а Бхишма Питама подумал: «О, насколько так вот же милостлив, насколько Кришна милостлив». К своим, что ты являешься бхакта-ватсали, что ты готов ради своего чистого преданного нарушить свое обещание, обет. И хотя Кришна является сатья санкалпа, он правдивый сатья, и тот, который всегда никогда не нарушает своего обета, он бросил это колесо, это как чакру. Это вот чакра, она находится в это название, эта чакра связана с местом рождения Нитянанда Прабху, вот это место. И Бхишма Питама далее сказал: «Мой ум, я хочу, чтобы он всегда находился в дружеском отношении к Арджуне». Почему? Потому что Арджун, он сделал для меня так много, что ради него ты даже проявив бхакта-ватсалию, нарушил свой обет. Когда Дурьодана, Махабхарата уже была почти закончена, и Дурьодана, он чувствовал себя очень плохо, он пришел к Бхишме Питаме и начал оскорблять его. «Если у меня уже...» Он обратился к нему. Дурьодан начал жаловаться: «О, Бхим, он сказал, что Бхим остался, и что и Дурьодан сказал, что завтра сражение с Бхимой, которое должно. И он сказал, что я убью завтра всех пандавов и также Бхиму. И Кришна подумал: что же делать? Ведь я же пообещал, что я сохраню всех пандавов.
И когда Кришна узнал о планах Дурьодана и его последователя Ашватама, он знал о том, что Ашватама он хочет убить всех пандавов во время ночи, когда они будут спать, находясь в палатке. И Кришна, который является всеведущим, всезнающим, всепроникающим, он знал об этих планах. И как Господь, подобно матери, защищает, как мать защищает своих детей, как, например, когда сын находится на коленях у матери, он в этот момент чувствует себя совершенно защищенным, он ни о чем не беспокоится. Точно так же преданные, они не беспокоятся, они просто спят очень спокойно, как пандавы. Они спали очень, очень спокойно, но Такур же, что имеется в виду Кришна, он был очень беспокоен, он думал, что же делать, как предотвратить. Имеется учение в этой удивительной лиле Господа. В чем она заключается? Тот, кто полностью предан лотосным стопам Господа, ему не нужно ни о чем беспокоиться, ни о чем заботиться и не испытывать никаких беспокойств. Точно так же Шрила Бхактивинод Тхакур объясняет в одном из баджан это особое настроение. И Кришна обратился к пандавам. Пандавам, не спите, просыпайтесь. Они ответили, мы очень устали, завтра сражение, решающее сражение, нам нужно отдохнуть. Почему ты пробуждаешь нас? И он тогда, Кришна сказал, Бхишма Питама, он сделал 5 стрел, и таким образом через это вы должны будете завтра погибнуть. И это совершенно большая проблема в том, что я не могу в состоянии даже спать. И Кришна сказал Арджуне, когда Дурьодана был защищен, когда он был... Когда однажды Арджун он пошел к Дурьодане, Бхишма Питама в этот тоже момент отдыхал. Арджун, он пошел, и он похитил эти 5 стрел. Бхишма Питама, когда Дурьодана пришел, он сказал, что все в порядке, стрелы готовы. Бхишма Питама, он сказал, это все очень, очень хорошо, что эти 5 стрел, они совершенным образом... совершенным образом готовы, но когда Дурьодана сказал, Арджуна, он на самом деле пришел, это не я, он пришел в моей одежде, и он забрал эти стрелы. И тогда Бхишма Питама сказал, что в этот момент я совершенно был отвлечен, потому что мой ум был сосредоточен на Кришне, и я даже не обратил внимания. И я отдал эти стрелы. И он отдал эти стрелы не Дурьодане, а Арджуне по плану Кришны. И поэтому Бхишма Питама, который является одним из Махаджан, он говорит, что именно он подчеркивает в этой молитве Кришне, указывая на Арджуну, который является его близким другом. А далее
Далее он продолжает о том, что на самом деле самые возвышенные отношения Кришны, которые находятся не в дружеских отношениях с Арджуной, не в этой расе, а те, которые находятся в Мадхури расе, указывая на Враджагопи и Шримати Радхарани. Это были последние слова молитвы Бхишми Питамах, которую он обратил к Кришне. Дорогие друзья, тот, кто смотрит у нас, ну, вдруг кто-то смотрит здесь, киртаны, которые мы снимаем, вот буквально через 20 минут будет, сегодня они будут транслироваться со странички Гурудева. Попросили делать трансляцию киртанов со странички Гурудева. Так что не теряйте, все будет только на другой странице.